горит примерно 3 дома. Наступили, стреляли аж со Старого Крыма. Люди все бегут, это впервые в Мариуполе так попали по домам. Стреляли, конечно же, украинцы, как вы видите. Сейчас идет нападение со стороны Виноградного. Всем очень страшно. Идет стрельбище на блокпосту с той стороны. Все машины текают, едут. В общем, пизда.